16 июня 2021 года передвижной прививочный пункт в Симферополе не работал. Причина неизвестна. Ни на сайте Министерства здравоохранения Крыма, ни на страничках в социальных сетях министра здравоохранения Крыма Александра Остапенко никаких пояснений нет. В период выходных с 1 по 10 мая 2021 года все передвижные прививочные пункты в Крыму работали, о чем особо тогда проинформировал министр. Напомним, привитых в Крыму чуть больше 7%, а количество ежедневно выявляемых заболевших вчера было самым большим с марта этого года.